я уехал с этого с села в 40-м году, когда призвали в армию, а потом только приезжал несколько раз на могилу моих родителей, это мать и сестренка, и их и дяди, и тети, которые погибли там в селе во время оккупации немцами. Фашистами были расстреляны. Вот я приезжал в день, когда они погибли, когда их всех расстреляли. Их расстреляли возле, там был глубокий колодец, назывался Евгеньевский колодец. И их всех сбросили в этот колодец. И все жители этого села. Мы на наши сбережения, на складчину из тех, которые остались живы, бывших жителей этого села, поставили мы там памятник. И каждый год туда, 15-го, 16-го, в общем, в воскресенье, когда попадает близко к 15-16 числу каждого года, съезжались бывшие жители этого села и на поминки на этих погибших. Много народу там расстреляли? Нашего села там было больше человек 300. 300 это, человек. Расстреляли всех в этот колодец. А там люди разных национальностей? Нет, евреи все одни. Одни евреев расстреляли только. Среди них много ваших родственников? Там было это мои, значит, мать и сестренка, два деда и баба, пять сестер и братьев моей матери с семьями, две сестры моего отца, они еще не замужем были. Вот и много родственников, конечно, погибло там.